Открываем миниатюрный сюрприз. О нет, я его порвала. Это его глазки. И в этих сюрпризиках мы с вами должны отыскать кекса кота. Всем привет, ребят, с вами Анна Голд. Я Кексик, всем привет! Вы готовы к распаковке бумажных сюрпризов? А вот и моя чудесная новиночка. Она называется Кекс Мур. И в этих сюрпризиках мы с вами должны отыскать кекса кота. А сейчас я вам хочу показать эти сюрприз-пакетики. Кексик в очках, надпись Кекс Мур. Такой вот кексик. О, а здесь, ребята, для вас игра. Отгадывайте в комментариях. Такой вот кексик. Кстати, здесь все пакетики пронумерованы. Кексик очень постарался над этой сюрприз-коллекцией. Здесь надпись Мур. Мау, мяу. Гав и мяу. А здесь, кстати, есть надпись. Сюрприз-код. Ты ищешь в пакете номер 3. Хи-хи, нет. Пакете номер 7. Ой, я забыл. Вот такой вот кексик. А там, где сюрприз-пакетик с ошибкой, на самом деле это такое оформление я придумал. Кошки говорят и так, и так. А прямо сейчас давайте вместе с вами откроем сюрприз iPad. Сюрприз-пакетики. Итак, давайте выберем какой-нибудь сюрпризик. Ну, например, вот этот первый розового цвета. А эти мы с вами откроем в следующий раз. И открываем этот сюрприз. Как вы думаете, здесь у нас приложение или же что-то другое? Например, игра какая-нибудь. Кстати, нам еще игры ни разу не попадались. Я бы очень хотела, чтобы мне попалась игра. О, ребята, мне попалась игра, посмотрите. Эта игра называется «Анжела». Кто из вас играет в эту игру? Да, и на каком вы уровне? А вот как выглядит мой iPad. Посмотрите, здесь у нас есть TikTok, Like, Instagram и различные другие соцсети и приложения. Даже YouTube есть. И сегодня нам попалась как раз-таки игра. Первая игра. Так, куда бы мне ее, ой, приклеить? Ну, например, сюда или сюда. Может быть, сюда лучше даже. Вот, ребят, посмотрите, как это все классно смотрится. Кексик, хватит хрумкать. Хочешь? Да нет, спасибо. Ну ладно, как хочешь. Сюрприз-коллекция Кекс Мур. Итак, давайте выберем какой-нибудь сюрприз-пакетик. Я выбрала бумажный сюрприз-пакетик под номером 7. Итак, открываем. Та-дам! Так, какой же мне здесь кексик попадется? Хоть бы котейка, кексик. Так, чьи-то ушки. Вот наш кексик. Это, конечно, не кот, а кексик, но милашка все равно. И у него есть розовый фотоаппарат. Ребята, а вы любите фоткаться? Если да, то скажите кексик. Давайте приклеим кексика в блокнотик. Но сначала я вам хотела бы показать сам блокнот. Здесь изображен кексик с розовым джойстиком и с коробками от дисков. Давайте мы его приклеим. Нашего кексика на первую страничку. Ребята, у меня для вас появился очень классный вопросик. По поводу вот этого сюрприз-пакетика. Вот некоторые кошки говорят и мяу, и мяу. Если у вас есть кошка, то как она у вас разговаривает? И какие звуки она издает? Мне очень будет интересно почитать в комментариях. И следующий сюрпризик будет Ривердейл. Так, сюрприз-пакетики. Это, кстати, у нас новый сюрприз-пакетик. Здесь изображен гамбургер или же просто бургер в короне. Кстати, корона немножко похожа на эту шапочку. Но чья это шапочка? Если вы знаете, напишите мне в комментариях. Я знаю, но просто хотела бы спросить у вас. Такие вот сюрприз-пакеты, если вы их еще не видели. И давайте прямо сейчас откроем один из них. Мне вот очень захотелось открыть сюрприз именно с бургером. Надеюсь, что вам тоже. Давайте его откроем и посмотрим, что здесь внутри прячется. Так, смотрим. Это же коктейль! Вау, какой он классный! Кстати, он у нас блестящий. Такой коктейль молочный с клубничкой. Такой вот приятный цвет у него.
И вот как называется эта кафешка. В точности, как и в сериале «Ривердейл». Какие напитки вы предпочитаете? И любите ли вы вообще молочные коктейли? Вот мне очень нравится ванильный и шоколадный. Клубничный еще не пробовала. А вот как выглядит блокнот для сюрприз-коллекции «Ривердейл». Сейчас я вам покажу, что внутри. Такая вот девчонка, Бетти. Вот такие вот герои. И вот такая вот маска. И вот сюда мы с вами приклеим этот коктейль. Давайте, например, вот сюда его приклеим. Анюта, помоги мне, пожалуйста! Вау, Кексик, какой у тебя яркий и необычный образ! А что случилось? Ты нам расскажешь? Конечно, расскажу! Я вот просто делал новые бумажные сюрпризы и заклеился. А знаешь, Кексик, ты прямо сейчас похож на забавного супергероя. А, правда? Интересно. Тогда меня будут звать Супергерой Радужный Скотч. Я полетел к зеркалу. Миниатюрная сюрприз-коллекция Кавайи. Итак, открываем. Но сначала я вам хотела показать этот блокнотик. Вот такой вот он миленький, кавайный. Вот такой вот у нас есть фруктик. Это у нас стикеры, кстати. Сладости, фастфуд. А здесь у нас пока что пустые странички. Не, ребят, ну очень маленькие, посмотрите. Так, и прямо сейчас я выберу один сюрприз-пакетик. Но какой же выбрать? Кто мне поможет? Открываем миниатюрный сюрприз. И потом мы его с вами наклеим в блокнотик. Открываем этот маленький космический сюрприз. Та-дам! Так вот интересно, он открывается. И такие маленькие. Так, наверное, лучше здесь ручками. Очень крошечные сюрпризы. Ребят, вот он выглядывает. Я его сейчас почти достала. Посмотрите. Это же арбузик. Он такой милый, очаровательный. Обожаю арбузы. Такой вкусненький. Он, конечно, очень крошечный, но зато очень милый. И очень похож на настоящий сюрприз. Ура! А теперь полетели в блокнотик. Давайте приклеим этот стикер. Вот так вот он выглядит в блокноте. Кстати, какой из них вам больше нравится? Вот этот арбузик, бургер или авокадо? Хотите продолжать вместе со мной эту сюрприз-коллекцию Кавайи? Обожаю бумажные сюрпризы! А вы, если да, поставьте лайк! Открываем сюрприз. Gravity Falls. Давненько у нас с вами не было такого сюрприза. Так, вот этот стикер. Интересно, что это за стикер такой? Ой, посмотрите, кто это такой? Вы его знаете, ребят? Мне попался какой-то забавный монстрик, чем-то похожим на человека. В руке у него сумочка-арбуз. А вы знаете почему? Не тыква, а именно арбуз. О, я знаю почему! Ну давай, говори скорее. Потому что в Gravity Falls они отмечают Хэллоуин летом. И он у них называется совсем не Хэллоуин, а Летоуин. Я просто фанат Gravity Falls, и я все о них знаю. Обо всех. Сладость или гадость? Этот сюрприз, видимо, остался с Хэллоуина, и я его забыла открыть. Но ничего страшного, открыла сегодня. Сюрприз-коллекция «Хранитель ключа». А вот и сюрприз-пакетики. Смотрите, ребят. Такие забавные. Так, давайте выберем какой-нибудь из этих сюрпризов. Ну, например, вот этот. Давайте откроем с вами в следующий раз. И открываем сюрприз. Хранитель ключа. Вау, какой он необычный. Этот монстрик одел ключик, как будто бы это сумочка. Очень интересный получился аксессуар. В такой расцветке мне еще никто не попадался из хранителей. Так, и у нас остался всего лишь один кармашек. О, интересно, подойдет ли он ему? Или ей? Так, давайте посмотрим. А, не помещается. Нет, все чуть помещается. Так, ключик у нас будет тогда здесь.
Эй, привет, новенькая! У нас сегодня будет праздник! Хотя он у нас есть всегда, но сегодня он в твою честь! Ура! Ничего себе! Это так круто! Спасибо вам большое! Кстати, а ты откуда? Я из сюрприз-пакетика, как и вы! Ура, ребята! Мы с вами только что закончили эту сюрприз-коллекцию «Хранитель ключа». Если вам она нравится, то не забудьте, конечно же, поставить лайк в комментариях и написать мне, если вы хотите продолжение этой сюрприз-коллекции. Ого, это же так круто! Ой, их так много! Еще такие глазастенькие, на меня все почему-то смотрят. Интересно, почему? Классная сюрприз-коллекция. Так, сбегу-ка я отсюда, пока меня никто не заметил. Ура, приключение начинается! Сюрприз! Гамбл! Итак, открываем. Что здесь за персонаж, как вы думаете? Прямо сейчас напишите мне в комментариях, и я его достаю. Ой, ребят, кто это такой? Этот персонаж похож на человека, но вместо головы у него колонка. Это очень странно. Наверное, он очень любит слушать музыку. И на всех вечеринках он наверняка самый главный. Если вы знаете, как его зовут, то не забудьте мне написать об этом в комментариях. Кексик, куда это ты собрался? Да еще и с санками. Иду кататься на горке. А что? Но ведь снега еще нет. Да, я знаю, но я заранее. Еще сегодня, кстати, обещали снег. А мы с вами продолжаем распаковочку бумажных сюрпризов. Сюрприз «Холодное сердце». Здесь у нас нарисован Олаф. Это, кстати, у нас сюрприз в пакетике. Эльза, Анна и надпись «Frozen 2». Такие вот у нас классные сюрприз-пакетики. Я решила выбрать вот такой вот сюрприз-пакетик с надписью «Frozen 2». А, откуда этот снег? Ой, ребята, вы только посмотрите, у нас все сюрпризы в снегу. Давайте поскорее откроем этот сюрприз-пакетик и узнаем, что же там внутри. Посмотрите. О, нет, я его порвала. Нет. О, милаха, это его глазки. Ну вот, посмотрите. Он был такой няшка. Обалдеть. Посмотрите. Милаха потерял голову. Посмотрите, ребят. Это, короче, рука Эльзы. И здесь такой ее, видимо, питомец будущий. Такой вот милашка. О, мне так жалко этот сюрприз. Сейчас я его быстренько заклею и вам покажу. Та-дам! Вот, ребят, посмотрите, я его склеила. Мне кажется, почти незаметно. О, мне теперь нравится еще больше. Вот эта вот рука Эльзы. И питомец. Такой милаха. Он мне очень сильно нравится. Если вы знаете, друг, как зовут эту ящерку, то напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Вообще, мне он очень нравится. Классный. Эй, ребята, хотите его подержать? Вот, берите, погладьте. Так, сейчас мы ее приклеим на фон. Только я его хочу убрать, а эту руку приклеить вот сюда. А этот монстрик пусть у нас будет, например, где-нибудь вот здесь. Сейчас вам покажу. А вот как эти стикеры выглядят на фоне. А тебе понравилась сегодняшняя распаковочка? Тогда смелее ставь лайк. А если ты ждешь побольше бумажных сюрпризов, то обязательно подписывайся на мой канал. Нажимай на колокольчик рядом с кнопкой подписаться. Тогда ты ни за что не пропустишь мои новиночки в бумажных сюрпризах. И подписывайтесь на мой инстаграм и на Кексика тоже. Ох, ну все, я нагулялся, так сказать, накатался. Короче говоря, я ждал снег, ждал его, сидел там. Эх, ну, короче, так и не дождался. Вот теперь вот думаю, когда же вообще наступит зима-то вообще? И Новый год будет или нет? Без снега как-то не празднично, что ли? Не переживай, Кексик. Обязательно наступит зима и будет снег. И ты успеешь покататься на горке еще очень много раз. Правда? Ну да, я тебе обещаю. Ура! Ну все, я тогда
одену коньки и буду ждать ему. Но сначала я, пожалуй, перекушу вкусным йогуртом. Кстати, ребята, а какой вкус йогурта вы предпочитаете? Вот мне больше всего нравится вишня и персик. Ребята, я вас всех очень-очень сильно люблю. Пока-пока! С вами была я, Анна Голд. И я Кексик. Всем пока-пока! Какой же вкусный йогурт. Ой, Анюта уже ушла. Опять она забыла камеру выключить. Так, где она тут выключается? Опять забыл. Может быть, здесь? Нет, не тут. Ну, где же? Может быть, здесь? Ну-ка. Ой, нет, не тут. О, вот здесь. О, вот, выключил, наверное. Так, йогурт. Куда же я положу йогурт? А, вот же он. Так, ну все. Пойду. Пока-пока, ребята. Ой, а что, камера записывает? Ой, опять записывает. Надо выключить.